Они еще совсем маленькие, но уже уверенно и с гордостью говорят: «Мы граждане России». Юные севастопольцы сегодня тоже вспоминают, как 2 года назад их родители боролись за справедливость. Главная задача взрослых сейчас – рассказать подрастающему поколению всю правду о событиях русской весны. Они были свидетелями того единения, которое присутствовало у нас тогда во всех семьях, у всех севастопольцев. Желание быть навсегда с Россией. И именно перед нами, взрослыми, стоит задача сохранить память о тех днях, когда мы воссоединились с Россией, и передать из поколения в поколение через наших детей, внуков, правнуков. Почитая традиции Севастополя, праздник открылся торжественным парадом. Дети в морской форме прошагали по актовому залу. Также воспитанники дошкольного учреждения пели песни, читали стихи, танцевали. Мы сегодня живем в стране, которую любим, ценим и гордимся. Хочу поздравить всех с этим замечательным праздником. Специально к празднику патриотическая программа. Гости отметили высокий уровень подготовки мероприятия. Это праздник, прежде всего, возможности людям разговаривать на родном языке, отстаивать свою точку зрения, возможность вообще решать вопросы по-человечески. И сегодня, конечно, мы уделяем внимание и дошкольным учреждениям, и школам особое внимание. Мы хотим прежде всего показать ребятам, что на сегодняшний день среди них они живут среди героев. Сегодня эти дети, конечно, плохо понимают, кто такой губернатор, сенатор, но к ним пришли государственные дядьки. К их воспитателям пришли государственные дядьки. Я думаю, что это все говорит об одном. Мы, севастопольцы, живем одной семьей. Как бы нас ни пытались здесь поссорить, как бы нас ни пытались делить там по социальным, по возрастным категориям, по кем угодно. Как не порадоваться, если ведь мы же не набиваемся в гости, нас приглашают. По завершению концерта гости вручили детям подарки. От правительства Севастополя детский сад получил комплект музыкального оборудования для актового зала. А Андрей Соболев пригласил ребят на бесплатное представление в дельфинарий. Сергей Краснослободцев, Александр Дементьев, информационный канал Севастополя.